Офигеть, завершили стадион. Если мы снимем 17800. Раздорских сыграет. Чудесно. Кубань. Ну ничего, с Кубанью. Третье место, однако. Ну, дома надо выигрывать, конечно. Есть всегда особый шарм у матчей, вот, с которых начинается сезон. Матчи, на которых он разгоняется. Мы узнаем команды как бы заново. Мы узнаем, что они подготовили нового в свой тактический и технический репертуар. Ну и самое главное, этим матчем сопутствует некоторая раскованность. Ведь еще ничего всерьез не решается. Да, посмотрел бы я на встречу этих же команд, но через месяцок-другой. Ну, пора остановить игру. Очень жестокая борьба пошла. Удар, и мяч попадает в стенку. Итак, угловой уже в начале игры. Есть возможность обозначить преимущество яснее. Мяч прилетел прямо в руки вратаря.
Вратарь выбьет мяч. И я смотрю, что так достаточно далеко он полетел. Может начаться атака. Живем. Они выигрывают мяч. Какая возможность? Игрок выносит мяч головой. Атака буквально захлебнулась. Умный пас. Умнющий. Грубая игра. Очень опасный отбор мяча. Похоже, сейчас игроку покажут горчишник. Василий, по-моему, это желтая карточка. Да, так и есть. Вот сейчас посмотрим, как сложится дальше матч для этого конкретного футболиста. Ведь мог еще больше завестись от вида карточки. А у нас длиннющий пас, а у вас... Замечательно. Замечательно сыграл. Вполне может достичь линии ворот раньше, чем отдаст передачу. Мяч летит быстро, но вратарь легко, непринужденно забирает его себе. Хороший отбор мяча. Будет ли атака? Здорово прочитал игру этот вратарь. И мяч летит подальше от ворот. Игрок хотел заполучить мяч, и удача ему улыбнулась. Отличный перехват мяча. Сейчас будет штрафной. Удар головой, и мяч проходит мимо ворот. Здорово. И теперь есть возможность разыграть неплохую комбинацию. Пожалуй, это наиболее интересное продолжение. Нарастает давление. Голкипер легко расправился с навесом, как повар с картошкой. Вратарь бросает мяч вперед. Этот парень, оказывается, с неплохим пасом. И острота возникает гораздо быстрее, чем удастся произнести слово «Хоффенхайм». Уверенно играет вратарь. Как далеко убивает мяч вратарь. Посмотрите-ка. Угроза воротам. Команда снова завладела мячом. Ну, еще немного. Дожать. Неплохо придумал. И тем, чем придумал, и исполнил. Интересное продолжение. Опасная игра. Судья назначает штрафной удар. В следующий раз обязательно карточку покажет. Больше не простит. Если бы судью так толкнули в спину, тут же был бы скандал. А так даже карточки не показал. Тоже мне справедливость. Ну разве можно так небрежно с мячом? Ай! И команда получает право, я даже сказал, удовольствие выбить мяч в поле от ворот. Вот туда на край расчетливым длинным ударом. У меня такое ощущение, что им приказано не переходить с линии на поле. Такой удар не проблема для сегодняшних вратарей. Придумайте что-нибудь посвежее.
Вратарь сильно бьет вперед. Да, ну ничего не скажешь здесь. Все делал правильно, только не попал. Близится перерыв, а решающего перевеса никто еще так и не достиг. У игрока куча возможностей. Мяч в ногах у игрока линии обороны. И счет на табло меняется. Глядя на этот гол, скажите, если не это настоящий футбол, то что тогда? Пусть это и было слегка похоже на навал, но гол-то возник в конце концов. Молодцы. Ну и кому? Кому? Раз за разом мы видим, как в обороне команда действует без какой-либо... Но надо забивать! Бездумно, скажете? Да, не слишком много голов забито в первом тайме. Я бы даже сказал, мало голов. Один гол. 1-0. Футболисты называют это злой рок. Или журналисты пишут, что ворота обеих команд защищает невидимое силовое поле. Как такое возможно? Столько атак, так мало голов. Я их могу понять. Люди в замешательстве. Что ожидает нас во втором тайме? Покажут ли нам команды принципиально другой футбол? Посмотрим. Второй тайм начался. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Мимо. Они пытаются свести игру к ничьей. Вот таким длинным пасом вратарь отправляет мяч на краешек. Прекрасное подключение. Как хорошо. Мне кажется, боковой помог принять правильное решение. Это определенно фол. Радиоуправляемая подача, иначе не скажешь. Да ну, на что надеялся? С такого расстояния обыграть вратаря, голкипер далеко выбивает мяч в поле.
Очень хорошо игрок сделал подачу. Давай же, не упусти этот шанс. Вот это то, что нужно. Подальше и повыше. Здорово! Какая оборона! Вы только посмотрите! Спокойная, сильная, прочная. Любуюсь. Перехват. Игрок в одиночку бросает вызов всей обороне соперников. Мне кажется, они снова ищут Джерарда на поле. Тренер проводит очередную замену на поле. Последняя замена в этой команде. Вот зачем футболисту голова. Защитник убивает мяч. У его товарищей есть время перестроиться. Вроде все перекрыто, можно поперек. Фол очевиден, соперники получают право на штрафной удар. Крайне опасная ситуация у ворот. Вратарь выбивает мяч из штрафной. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Ну, редкий талант. За его игрой просто не отрываясь следишь. Великолепный бросок, и вратарь отбивает мяч. Только пробить осталось. Знаете, отсюда тоже бывает залетает. Выбивает мяч головой от греха подальше. И мяч переходит к другой команде. Нарушение и штрафной. А карточка? Карточка будет? Ну, пусть себе спорит. Желтую карточку он заслужил. Что ж, теперь у команды два предупреждения. Ой-ой-ой, и теперь защитник-то может нас забить. Какой шанс? Ну же! Защитник героически играет. Они получают мяч. Отличный шанс забить. Голкипер коснулся мяча и спас ворота. Куда угодно нужно было вынести этот мяч. Хорошо привел мяч головой. Занятно, занятно. Да, мяч попадает прямо в девятку. Честно вам говорю, это лучший гол, который я видел за последние несколько месяцев. Вот это сейчас укрепит уверенность команды в своих силах. Ну что я говорил, решающим оказалось создание численного преимущества на фланге. Хорошо разобрался. Ну вот, теперь придется все начать сначала. Вот и головой можно так сыграть. Вот так. Я уверен, что голкипер на другой половине поля уже порядком задет. Он же не сделал и десятой доли такой прекрасной вратарской работы. Вратарь выбивает мяч. Ну что ж, если уверен, то бей. Гол! Гол на последних секундах матча. Вот что мы называем классной игрой. Замечательный гол, красивейший. Ну вот что и требовалось доказать. В очередной раз мы видим, как опасны броски из-за боковой Рори Делопа. Да, решительный шаг. Сразу два новых футболиста появятся на поле. Тренер весь матч внимательно наблюдал за ходом игры, вовремя вносил коррективы и теперь по праву может гордиться своими подопечными. Это победа!